Всем привет! Если вы предпочитаете не изменять стилю и ходить в спортивной обуви и в городе, то эти ботинки точно придутся вам по душе. Модель 54 Warm от итальянского бренда Dolomite. Вообще, эта модель является утепленной версией Cinquanta Quattro. И как вы догадались, она не является туристической, а предназначена исключительно для городских условий. Но могу вас уверить, во время загородных зимних прогулок вы будете чувствовать себя более чем уверенно. Верх ботинка выполнен из мягкой фактурной кожи с жировой пропиткой, что обеспечивает достаточную влагонепроницаемость в сочетании с комфортной посадкой. Главное не забывать периодически пропитывать кожу. Шнуровка у ботинка полная и дает возможность упаковать в этот ботинок даже широкую стопу с учетом индивидуальных анатомических особенностей. Данная модель обладает увеличенной манжетой, что способствует сохранению тепла и препятствует попаданию снега внутрь. Ну а декоративные накладки, имитирующие шерсть, добавляют классический ретро-вид данной модели. Внутри ботинок утеплен прямолофтом, что в сочетании с теплоизоляционной стелькой обеспечивает неплохую термоизоляцию. Сразу оговорюсь, что данный ботинок является городским и не рассчитан на серьезные морозы. Так что для прогулок где-нибудь на севере лучше все-таки прихватить с собой валенки. Что касается подошвы, то тут все продумано до мелочей. Да, подошва стала более жесткой, но при этом она явно прибавила в стабильности. Подметка Ice Track от бренда Vibram обладает вставками из абразивного материала и отлично справляется со скольжением на плотном снегу. Что касается движения на голом льду, то тут все-таки не стоит на 100% на них полагаться. В целом, эта модель отличный вариант для тех, кто предпочитает стиль ретро в одежде и при этом хочет иметь в арсенале современную технологичную обувь. Берегите ноги и до встречи в нашем магазине на Сайкино 4.